бэби-бум в нашем городе. Три толстых малыша ломают его нафиг и равняют с землей. Жесть! На меня нападает вот этот злой старшеклассник. Обалдеть! Зачем ты меня бьешь? Я же маленький. По дороге. А, машина, нет! О, на тебе, красавчик! Моих свежих тошнотиков зеленых. Ребята, они их так откидывают прикольно. Лера, я нашел очень классный и качественный мусорник. Тебе бы понравился, подходи. Лера, это ты? Это ты на меня охотишься? Да. Ничего себе! Лера, почему у тебя такие красные глаза? Зачем ты меня съела? А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Стали с папой и малышами, всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Плей! Итак, ребята, я выбираюсь из своего манежика. Давай, папа, давай! Видел, какой у меня там чизбургер здоровенный, друзья, и торт под столом. А ты видела, какие у тебя, ты видел, какие у тебя ноги? Ноги прикольные. Вообще. Друзья, мы играем с Лерой, но мы родились в разных концах города. Так, пока что... Да, где-то там на юге, а ты на севере. Я пытаюсь, друзья, выбраться из своего... Так, смотрите, у меня здесь можно катиться, а ну сейчас попробую. Хача! Давай! О, ребята, я думал, я тут буду медленно всегда так ползать. Оказывается, я могу катиться. Это немножко ускоряет, немножко облегчает мою жизнь. Ребята, у меня тут пиццы, тортики на кровати разложены. Папа, ты такой страшный. Мы здесь должны кушать. Пополнять свой вес, ты чтобы странный. Стать самым жирным малышом. Лера, я в туалет. Так, поехали, заезжаем. О, душевая кабинка, там конфеты. Классно. А что у нас в унитазике? У вас когда-нибудь в душевой кабинке были конфеты? Нет, а у нас да. Залазим в унитаз, там пирожное. На самом дне. Буль-буль-буль. Хорошо, что хоть не смыли. Ребята, кто-то, папа, друзья, отложил пирожное. Что? Ты в курсе вообще? Да-да-да, я ребенок, я ем все. У меня же еще мозгов нету. Мне это всего, смотрите. Да! Папа, ты хоть меня пылесос сбил. Лера, ты видела? Вредный пылесос. Друзья, маленького ребенка подстерегают опасности на каждом углу. Папа, за тебя, пожалуй, тебя охотится пылесос. Полез. Пожалуй, я уеду нафиг с этого дома. Так, поехали. Лучше катимся. Беги. Друзья, а мы еще здесь можем катиться и можем, друзья, там еще есть какая-то функция пьюк, вырывать или тошнить. Короче, что-то такое, друзья. Вырывать. Но пока она нам недоступна, потому что мы еще мало съели. Мы весим всего лишь 8 паундов. Это приблизительно 4 килограмма, друзья. Так. Выходим. Ого, какой красивый мир огромный, какой город, друзья. Сейчас мы с Валеришкой постараемся встретиться. Но нас подстерегают опасности нашего малыша на каждом углу. Ой. Нам говорили, что у нас тут опасные машины, рабочие и хулиганы, злые дети, которые старшеклассники нас хотят, друзья, с вами обидеть. Так, я уже могу это выбрать? А ты вырви, наверное. Не, не могу, Лера, прикинь, я еще не могу. Я еще слишком мало съел, я еще маленький. Ага. Ребята, а мне памперс будет менять? Ого, зеленая, что ты такое? Это Лера, это ты такое там делаешь? Это я! Круто! Ты открываешь зеленые порталы! А ты тоже малая! А чего, интересно, у тебя уже есть такая возможность? Потому что я больше тебя на 5000! Какие 5000, Лера, не выдумай! 8 паундов только! Ты от силы весишь 20! О, тебя машина сбила! Лера, ты видела? Ты что, не заметила? Капец! Ребята! Так, дорогу переходите осторожно! Папа, у меня что-то происходит! Тебя вообще размазало по дороге! А, машина, нет! Ребята, ну, меня сбили. Кстати, друзья, когда нас сбивают или мы попадаем в какую-нибудь передрягу, у нас отнимается вес и нас отбрасывает на самое начало. Я опять худышка. О, я вижу классный мусорник. Лера, присоединяйся. А я 8. Слушай, меня ребят, 8. Слушай, ребят, у нас же с Лерой, получается, мы с ней конкуренты. Нам нужно не делиться с ней едой, потому что тогда она сможет, друзья, быстрее набрать вес, стать жирнее и меня слопать. Да. Мне это совсем не нужно. Так, я буду кушать чизбургер. Лера, давай разделим с тобой город. Запад и север мой, юг и восток твой. Договорились? Нет, давай наоборот. Запад, север, юг и восток мой, а тебе пригородь. Пригородь? Я не знаю, как я туда вообще проберусь. Лера, хватит хавать на мою мусорнику. Кто тебе разрешал? Ты мне сам сказал, приглашай, я похожу. Проваливай отсюда, я пошутил. Уходи. Нет. Лера, уходи. Нет. Слушай, давай устроим покатушечные перегонки. Не, это с человеком там нет. Они не дружи, они могут быть злыми. Ого, я тоже такие хочу штуки зеленые делать. Ребята, печенюху сейчас хаваю. А когда, интересно, у меня такая возможность пойдет? Меня что, бьют? Ты че? Братан, не бей меня. Ребята, папа, ты думал, тут все добрые фиги? Жесть. На меня нападает вот этот злой старшеклассник. Обалдеть! Зачем ты меня бьешь?
Я же маленький. Дай ему. В одних трусах пойду зеленую шоколадку съем. Ого, меня законтачило в колонну, смотри, я застрял. Я, короче, спрятался, я играю в невидимку. Уезжаем, спрячемся в мусорник. Слушай, ребята, я не могу, он быстрее меня ходит, даже если я качусь. Ребята, короче, не судьба мне схавать эту шоколадку. Нужно катиться отсюда. Лера, выручай, меня обижают. Ой, бьют. Ты хотел меня прогнать со своей мусорки. Не буду я тебе помогать. Лера, ну друг называется. Вот именно. Ладно. Ух ты, круто. Слушай, ты толще меня. Ты уже большая такая. Ну, конечно. А я по-прежнему 3 паунда. Слушай, мне кажется, я ем. Да, Лера, ты намного меня больше. Слушай, мне кажется, я ем, а все как это. Не в коня корм, друзья. Я просто не успеваю. Меня настолько... Перегонки, да? Ну ладно, давай. Обманули, побежали в другую сторону. И-и-и. Кстати, друзья, Лера, ты катишься быстрее, потому что ты толще. Вот в чем секрет. Я даже, блин, бордюр перепрыгнуть не могу. Так, ладно, погнали. Ребята, мне нужно срочно набирать вес, потому что надо меня... Надо сваливать отсюда. Потому что меня обижает каждый столб, каждое дерево. Меня даже, мне кажется, может хомяк или мышка обидеть. Так, нужно срочно кушать плотно. Где мы можем покушать? Какие есть миски? В рестораны. Какие рестораны? Магазин он не вижу. Так, вон, смотри, какой классный. А-а-а! Папа! Меня опять сбили. Ну что ты, неряха. Разъездили. Что за город вообще? Одни машины. Так. Папа, я же тебе говорила, иди в пригород. Юг, запад, восток и север мой. А ты иди Всё, в пригород. Хорошо, я понял. Так, сейчас я немножко поем печеньков, пиццов. Чуть-чуть совсем. Наконец-то я хоть 10 паундов набрал. Друзья, набирать вес в этой игре так сложно, оказывается. И-и-и, не допрыгиваю. Блин, хочу пончик вот тот цветной, он мне нравится. Он какой-то просроченный слишком уж. Ой, конфетка. Так, конфетку берем. И пошли отсюда. Привет, папа, тебе хана. Ты что меня напугала? А ну не тошни на меня, что ты делаешь? Так, ладно, погнали. Я вырву на тебя. Другой магазин. Да. Слушай, у меня что-то с ногами прям нереально плохое происходит. Я какой-то вообще, какой-то доходной, доходяга. Папа, сходи в клинику, папа, сделай что-нибудь. Здесь нет клиники, тут только магазины и машины. Так, ты в этом магазине орудуешь, мне здесь делать нечего. Вот ты жирная, толстая и хаваешь быстрее меня. Да. А я маленький, дохлый в трусах. Оу, там хулиган. Лера, будь осторожна. Он прям думаешь, возле он твоего... через стену пробьет? Думаю, да. Думаю, возле твоего магазина он тебе может там причинить какую-нибудь бяку. А я пойду пока поем пончики. Интересно, а я могу уже пуки вот эти делать? У-ху-ху, могу! Хана всем! Друзья, я могу теперь делать пуки. Интересно, что это мне даст, но нужно непременно попробовать. Так, пока там Леру обижают в соседнем магазине, я быстренько слопаю все в этом. Мне что-то вообще не обижают. Не обижают? А я уже, между прочим, вешу 15 паундов. Я уже почти толстячок. А я уже 20. Так, друзья... Погнали! Я уже вешу 200 паундов! Мы вам показываем ускоренный вариант прохождения, чтобы показать все самое интересное. Погнали! Так, я... Папа жирный. Конечно, домой жирный. Ты посмотри, какой у меня попа, какая у меня вообще. Она у меня еле в памперс помещается. Интересно, где мои родители? Домой не пущу. Лера, ты не знаешь, где твои родители? Нет, понятно. Интересно, у нас одни родители? Так, ладно, погнали. О, на тебе, красавчик! Моих свежих тошнотиков зеленых. Ребята, они их так откидывают прикольно. Лера, я нашел очень классный и качественный мусорник. Тебе бы понравился, подходи. Тут очень много еды, но она очень быстро заканчивается. Поэтому поспеши. Ой, у меня руки поломались. Лера, я как... Все, срочно к врачу, по ногам, слушай, по рукам, по глазам, по всему. Я, мне кажется, скушал несвежий этот бутербродик с пола, и у меня ручки превратились... А, на тебе, лети. У меня ручки, как у пташки, друзья, бухтыхались. Слушай, отстань от меня, у меня за тебя все пуки закончились. Лера, спасай, меня обижают и бьют, а пуков нету. А, слушай, я могу катиться и могу их, походу, таранить? Ребята, это очень крутая штука. А ну, сейчас проверим. Так, этому сейчас пока пуками. На тебе! А ну, сейчас я... Стой, не шевелись. Есть! Я его в цистерну впечатал, Лера, видела? В мусорничек. Круто. Жалко, что тебя нету рядом. Приходи, Лера, я тут в углу на мусорке тебя жду. Тихарь, обалдеть. Обычно встречаешься в каких-нибудь ресторанах, а тут мусорка. Лера, ты что там, деревья валишь? Да. Лера, ты что, уже большая такая? Ага. Фига себе, как это тебе удается, я не понимаю. Да блин. Потому что ты пока там борешься со всеми людьми, я уже деревья. Они, походу, все на меня, а тебя там вообще в кусты летят. Я вижу. Лера, хватит ломать деревья. Лера, что ты делаешь? Слушай, она же может меня так схавать. О, тут прям меня парень ухудал на футбольном поле. Хулиган, попался. Так, покушаем. Слушайте, ребята, надо Леру догонять. Она такая жирная уже, мне с ней не справиться. Так, друзья. Ай, не бей меня, западал, блин. Попробуй моего зеленого желешки. Так. Он такой...
Да, ура, желешка зеленая, всегда мечтал. Такое пахучее, вкусное, нямка просто. Так, друзья, ничего страшного. Я сейчас сама буду. Поедай, не волнуйся, Лера, не волнуйся. Только на меня это не делай, пожалуйста. Отойди в туалет. Так. Хорошо, я пошла. Подожди, куда ты пошла? Так, друзья, я доем когда-нибудь эти, блин, эти конфетки. Так, круто! Ребята, мне дают теперь набор веса за то, что я сбиваю. Ого, ты жирная какая! Вера, у тебя малой вообще может сейчас город произнести. А у меня пока даже столб не получается. Я в столба отпрыгиваю, мне говорят, игра, что я мало вешу. А нет, столб уже получается. Деревья сильнее меня. Ребята, мне деревья еще по-прежнему вломить могут. К нам еще кто-то зашел. Друзья, мы втроем сейчас будем устраивать детский фестиваль. Поехали. Я уже набрался жирности и могу валить деревья, ломать машины и кусты. Но мне все равно, друзья, до Леры еще далеко. Потому что... какой-то еще малый. Ага, тоже свои пушки пускает зеленые. О, пошли в кино, там у нас кинотеатр какой-то. Парк, фонтанчик. Ребята, обалдеть. 4000 я вешу. Ё-моё, мало так. Что-то я ем, а не увеличиваюсь ничего. Так. Да потому что рвать хватит уже. Так я и не могу, у меня шкала-то закончилась. Я уже никого не боюсь, мне никакие хулиганы не страшны. Я вон машину припечатал так, что она вон стоит вообще. Не шевелится немного, не живая. Так, круто, как быстро набирается вес, друзья, со временем. Да. Чем толще ты, тем легче тебе набирать вес. Я хочу в ту посадку, там много деревьев, я там много этих найду. Себе паузу. Ты на машине решил? Веса. Я решил на машине показаться. Капец! Это, ребята, бэби-бум в нашем городе! Три толстых малыша ломают его нафиг и равняют землей! Лера! Капец! Так, что мы еще тут не делали? О, кто-то охотится! На меня кто-то охотится! Ребята! И он довольно толстый! Он очень много весит! Нет, это не толстый, это, наверное, сколько секунд он будет охотиться! А, это время идет! Да! Ребята, бежать надо! Лера, это ты? Это ты на меня охотишься? Да. Ничего себе! Лера, почему у тебя такие красные глаза? Зачем ты меня съела? Мне написали ребята, что меня съели! Все, я тебя сейчас отомщу! Я уже жиробасина, вообще я между домами даже не пролазю. И устраиваю охоту на валеришку. Итак, выбираем хант и погнали. У меня целых 62 секунды еще. А вон она, ты красотульная. Ползи ко мне сюда. Я тебе буду кушать. Сначала тебя немножко угощу своими пуками. Ну, то есть, тошнотными вот этими зелеными желешками своими. И подползай. А интересно, если ты больше меня весишь, ты меня схаваешь? Да. Да вот. Да? А сколько я боюсь? Нет, Лера, подожди. Ребята, вот такая вот игра. Поддержите лайком этой серии. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим Play Games. И на Family, друзья, смотрите, не пропускайте, подписывайтесь. Мы стараемся для вас, мы вас очень любим. Вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока. Жмите на следующее видео, ждем вас там. Пока.